мой самый лучший способ здесь защиты. Какой? Вперед. Вперед пойти. Не бойся. Смотри, вот тут есть. Вот. Здесь сильно. А здесь есть. Две еще сильнее. Ну нет уже бить. Понимаете, здесь удобнее все защищаться. Тем более, раз, два. Понимаешь, есть куда уходить. Если ты стоишь уже здесь, уходить тебе некуда. Только вперед. Понимаете? Это не очень хорошее положение. А отсюда столько разных можно бить. Там. Столько положений. Понимаешь, так интересно. Бить. А, бить, вот, бить. Раз, здесь промахивается. Вот когда промахивается, я особое удовольствие получаю. Раз, здесь, два, видите, хорошо, промахнулся, классно. Понимаете, да? Делаем одновременно. Заставляем партнера промахивать. Но снова он попадает. Работаем последний. Промахивается. Ноги на месте, парни, вы дальние дистанции проходите. Да, 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 вот, вот, умничка, красавчик. Только прямыми. То, что надо, да? Заходить, вот эти, то, что мы делали, чтобы он был вчера, да, он заходит куда-то, да, он сокращает. То здесь момент для удара, когда человек уходит в противоположную сторону от вас. Понимаете, вот он сделал движение, значит, он готовит удар назад, если пошел. Если пошел вперед, он готовит защиту. Мы таким образом лоб все время считываем. Приготовили. Начали. Вот у тебя там штаны такие, у тебя там нос кривой. Понимаете? Это диалог. Если будем говорить одновременно, диалога не получится. Никто друг друга не услышит. Никто не сможет никак реагировать. Поэтому мы внимательно смотрим, что делает партнер, и реагируем на это. Понимаете? Адекватно воспринимаем его действия. Его действие – это возможность, что он откроется. Если вы его не видите и не слышите, то все, что вы попадете, это может быть только случайностью.
А только нужен диалог. Ты хорошо доказать свою силу, свою пенилу, свой боевой ум. Для этого надо его раскрыть, для этого надо слушать внимательно и заставлять слышать себя. Поэтому диалог – это диалог. Конфликтный диалог – ну, это нормально, для людей это нормальный конфликт. Приготовились? Начали.